Хоть с кислинкой вишня наша, нет ее крупней и краше. Познакомиться поближе с яркими турсобытиями регионов России, открыть для себя новые туристические маршруты и, конечно же, рассказать о своих проектах, способствовать их продвижению на туристическом рынке. Такая возможность представилась участникам прямого эфира, посвященного презентации летнего сборника «Пора путешествовать по России». Во время онлайн-встречи председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов и исполнительный директор премии Russian Evan Awards «Маршрут года» и туристический сувенир Вероника Косых провели интервью с организаторами 7 событий участников национальной премии в области событийного туризма из 6 регионов страны, которые планируется провести в летний период. Каждый из организаторов фестиваля рассказал актуальную информацию о событиях на 2020 год. В режиме онлайн прошла презентация и летнего открытого фестиваля «Вишневарова». Программа настолько разнообразна. Основные, понятно, гастрономические у нас площадки. Это варим прямо на территории вот Вишневого сквера, вишневое варенье. Самые разнообразные кулинарные изыски, потому что вы знаете, что только в Уварово можно отведать йогуртовый суп с вишней, И меню делается в эти дни в кафе. И в эти дни, в любой день, приехав в Уварово, вы можете спросить специальное вишневое меню, да, отведать именно здесь вот нашу вишневую наливочку на вишневых, настоечку на вишневых веточках знаменитую, да. Поэтому, но для того, чтобы было не просто вкусно, но еще и интересно, самые разнообразные конкурсы, культурная программа с утра до самой глубокой ночи, что для взрослых, что для детей, спортивные мероприятия, все на вишневый колорит, это и стальные вишни, и вишневые богатыри у нас прибывают. Это, и вы знаете, специальный джипинг по катушке, тоже такой акцент мы делаем. Поэтому, конечно же, мы с великим удовольствием вас всех ждем. Что касается даты фестиваля, то она будет зависеть от эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. На сегодняшний день проведение мероприятия запланировано на 10-11 июля. Стоит отметить, что Тамбовская область наряду с городом Уварово в летнем сборнике «Пора путешествовать по России» представил и Моршанск с фестивалем «Моршанск-Купецкий берег». Также в прямом эфире состоялась презентация Ульяновского фестиваля еды и музыки «Бульвар», Чупинского полумарафона «Северная Карелия», международного гастрономического фестиваля «Ахфест» Алтайского края. Рассказали о своих турсобытиях и участники из Псковской области и Республики Татарстан. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов, «Наш город».